Щенки растут активными, а собачка Шуша и Тильда поменяли соседей. Начнем сегодня нашу историю про домашний мини-приют собаки Симашка с информации о самых маленьких щенках приюта. Это 3 кавалера и 1 барышня. Ребятки уже 1,5 месяца. Они активные, здоровые и, конечно же, кушают сами. От глюстов обработаны уже 2 раза. Готовимся к первой прививке. 2 дня назад волонтер Марина Абельдяева уколола им сыворотку Гискан. А теперь давайте посмотрим, какая же эта малышня растет. Первая девчонка, у нее теперь кличка Тучка. Она мега активная, еще задира. Бонус, следующий кавалер слабоват и его прижимают. Следующий малыш у нас Гром. Носится как ураган и полностью оправдывает свою кличку. Ну и последний добренький, даже по мордашке вы сейчас на экране увидите, Потапыч. Рассудительный, добряк и игрун. Волонтер очень хочет уже, чтобы каждый из них получил по счастливому билетику, пока не подхватили вирус. Ведь в приюте лечить просто нечем, аптечка пустая. Тут еще ко всему неожиданное пополнение для приюта в виде 5 котят. Им уже 2 месяца, активные пушистики, от паразитов даже уже обработаны. Так что дело, как говорится, за малым. Ну и не зависит уже от волонтера, скорее от людей вокруг. Пришлось волонтеру пересаживать в другое место Шушу и Тильду. Не знает женщина, что случилось с компанией взрослых щенуль, но они стали загрызать девчонок. Рассадила барышень Тильду в укромный уголок, где ей будет комфортно и спокойно, Шушу к мультику, чтобы было веселее. К счастью, они подружились, играются, бесятся так, что крыша поднимается. Шуша стерильна, так что можно приплода не бояться. Есть и хорошие новости. Переданные из Москвы девушкой по имени Яна корм, Марина Абельдяева вместе с волонтером Влада забрала каждый свой. Та для котят, а это для щенят. Как мы и говорили ранее. Это первый раз, когда в собаке Симашка приезжает корм. Ранее приезжал корм только для котят в приют 9 жизней. Ну, это вы и так уже знаете. Девушка сказала, что это просто помощь, и хозяйка приюта ей ничего не должна. Но, если честно, в этот сложный период для приюта это просто сказка. В связи с наступлением холодных ночей волонтер стала искать возможность перевести уличных гладкошерстных в теплое помещение. Пока не знают куда, ведь места катастрофически в приюте не хватает. От всей хвостатой компании и от меня лично низкий поклон за поддержку читателям блога. Все мои питомцы сыты и получают необходимую ветеринарную помощь. При всем при этом приют сейчас очень нуждается в посуде, мисках, кастрюлях, теплых вещах, подстилках и одеялах, сухих и мягких кормах, говорит хозяйка домашнего мини-приюта Марина Абельдяева.